Черт возьми. Время 5 утра. И я начинаю свой путь. Сейчас встречусь с ребятами. Капец, конечно, я не выспался, хочу спать. Вот так вот у меня небольшая здесь две сумочки. И поеду уже быстрее к ребятам. Все, ладно. Давай, пока. Давай. Все, давай, не на войну провожай. Все, пока. Ох, ребята, ну что ж. Ну вот они, первые километры. Хочу вообще сбросить пробег. В целом я достаточно хорошо подготовился, а, наверное, больше подготовил свой байк к поездке, а именно я поменял масло, я поменял тормозную жидкость, я поменял себе антифриз даже, потому что мы едем все-таки в теплые края. Также я заменил, что я еще заменил? Колодки, масляный фильтр, воздушный фильтр. Ну, короче, сделал все вообще по красоте. Я надеюсь, главное, чтобы я не вскипел, потому что там все-таки, ребяточки, будет жарко. Сейчас я, конечно, еду в 5 утра, капец, дубак, я не знаю, градусов 12, я в full экипе, и мне прохладно, бодряще, так и, знаете, лучше любого бодрящего душа сейчас. А, еще и новая резина у меня. Так что у меня, короче, ребят, все такое не прикатанное, не резина еще, ни колодки не притерлись, поэтому первое время вообще нужно ехать достаточно аккуратно. Ребята, смотрите, какой классный рассвет. Я уже выезжаю на трасса М4 Дон. Вот под этот прекраснейший рассвет. И сейчас встретимся с ребятами прямо на заправочке. Как раз нужно заправиться, а то у меня уже лампочка до хрена давно горит. Так, ну что-то где-то здесь должны быть ребята. Офигеть. Я не знаю. Слышите, ребята? Тык-тык-тык-тык-тык, слышите? Охренеть, это колодки так протираются. Вот это звук. Здорово. Здорово. Ниндзя. Даже так, даже кофе пить не будем. Я опоздал на 38 минут. На сколько? 38. Да ну, серьезно? Нормально намотал. Охренеть. Ты что там везешь? Так мы планировали наоборот. Оттуда привезти. А, короче, этот пацанчик чуть подстопал, который мне отправлял. Ну и все, пока. Дождевичок? Ну да. Блин, охренеть, я трогаю дождевик, который прошел десятку. Раритетный. Ну что, ребяточки, стартуем мы. Первая у нас остановка будет Воронеж. Там встретимся с ребятами, проведем встречу. Блин, мне так неудобно сюда запрыгивать постоянно. Проведем сейчас в Воронеже встречу. Я заберу свои наклеечки. Топовые. Первые самые. То есть наклейки, которых еще нету на данный момент ни в продаже, нигде. Мне только недавно подготовили дизайн для них. Первые ребята вообще в Воронеже, кто получит наклеечки сегодня. Это будут вообще первые ребята. Первопроходцы. Ну что, добрый путь. Ну что, ребят, первая у нас остановочка, первая заправочка. Груз себя чувствует отлично, с ним вообще нормально пуляем. Ну, 180-200 в среднем едем. Дорога такая, можно сказать, от Москвы уже полупустая, поэтому вообще можно по кайфу добираться. Немножко, конечно, не стрёмно ехать сейчас, потому что новая резина, новые колодочки. Все, конечно, такое непритертое. Джиску полный бак, бум-бум-бум. Отлично. Я еще еду теперь на звездах, на нормальных. Вообще просто вибраций жестких нету. Вообще просто огонь. Груз у меня здесь прикреплен такой вот сеткой. И еще жгутом вот таким вот перетянут. Еще какими-то веревочками капронами, но они нифига не держат. Так, для вида. Ни у кого номеров нет, кто, блядь, что-нибудь висит, блядь. Как вкусно, как грязно. А у меня нормально. А, ты
Но они у меня под таким углом, чтобы камера не стрельнула. Так, Саня меня завел в столовую. Ну, тут люля-кебабчик, нормальная тема. Блин, тоже что ли теперь снимать, как я ем плов? Саня дальнобойщик со стажем. Вот такую вот антистрессовую подушку себе взял. Может, ее как-то расплющишь? Ну, ты ее сзади, ты поплющ немного и все. Ну что, ребят, осталось совсем немного до Воронежа. Сейчас припулемся и доедем быстренько. На чем едем? Соответственно, моя GC 750-очка, BMW HP4 и Yamaha R1. У меня резерв уже горит давно. То есть, я думаю, 5-7 километров мне осталось. Короче, ребят, застряли мы тут немного пока с этим бензином. Может, дотянем. Может, дотянем. Ура! Ура, ура! Как я рад заправке. Черт возьми, еле дотянули. На последнем дыхании. Jesus. Интересно, сколько зайдет? Офигеть, ребят, когда называется «помыл байк перед выездом». Нафига я его мыл? Посмотрите, просто жесть какая-то. Офигеть, сколько убитых насекомых. И у меня на шлеме то же самое. Смотрите, даже GoPro-шку вообще позабивали. Офигеть, офигеть. На резерве 47, прикинь? Нормально. Всего у меня бак, ребят, на 17 литров. Мне очень интересно, сколько в нем осталось. Я думаю, что грамм 300. Офигеть, 16800. Осталось 200 грамм, ребят, бензина. Почти 17, вообще 160 грамм осталось у меня. Че, Сань, сколько залил? Да ладно. А бак сколько? А бак сколько? Пацаны решили зарубаться на платнике. А я им говорю, черт возьми, тут же нет ни хрена места для того, чтобы это делать. Но они говорят, нет, мы все равно попробуем. А? Попробуйте! Я посмотрю. Блин, уже чем ближе к Воронежу, конечно, тем жарче и жарче становится. Блин, они на платнике такой дичь утворяют. Неплохо, ребята, молодцы, молодцы. Но это точно не то место, где нужно это делать. Здорово. Как дела? Здорово. Продам гараж. Смотри, прикольно. Продам гараж. Это ты сам делал? Сам делал? Прикольно. Начал варить. Дружище, нам знаешь, что нужно, чтобы ты помог нам провести в типографию? Типографию? Да. Так, ребят, ну что, забрал я наклеечки из типографии в Воронеже. Как мы и делали заранее, вот такие вот наклейки Ninja Clan. Это первый самый тираж. И поскольку ребята сейчас нас встретили первыми, я им и вручу по наклеечке. Поскольку вы самые первые, кто встретился на пути, и первые наклейки, которые вообще я выпустил, вот вам по наклеечке будет, на память. Я как Саня. Я тебя копирую. Надо себе тоже наклеить. Так. Новенькая. О, как классно будет смотреться. Чик.
Блин, конечно, с пузыриками наклеил на скорую руку. В идеале, конечно, ее надо прям как надо клеить. Но наклею вот так вот. Это будет наклеечка в память о моем трипе. Нас тут встретили воронежские ребята. Сейчас проводят нас до места встречи, до площади, где мы встретимся с ребятами, подарим по наклеечке, чуть-чуть пообщаемся, потрындим и поедем дальше. Ох, ну уже, ребят, в Воронеже просто я чувствую какую-то дикую жару. Не знаю, что со мной будет в Краснодарском крае, даже представить не могу. Ух ты, какое прикольное здесь место. Что-то типа набережной. Ну, здорово. Отлично, привет. Ой, извини, наступил. Здорово. Блин, круто. Здорово. Привет. Не, пока нет. Братан, впереди 1300 еще. 600 вообще прям долетели. Да, конечно. Фоткайтесь вообще, без проблем. Вода. Да, конечно. Сань, ты можешь тоже мои раздать? У меня тут тоже есть подгон. Я тут тоже подготовился. Держитесь, пацаны, вы одни из первый город. Вообще, кто встретил, наклейте на что хотите. Держи. Будет вам память. И будет мне приятно. Потом скиньте фотку, куда приклеили. Держи, привет. А чё молчишь? Конечно, конечно, садись. Главное, просто не пизданите его, а так можете фоткать без проблем. Пацаны, держите, вот вам наклеечки тоже. Блин, чуть-чуть помялись, правда, но я старался быть аккуратными. Это тебе. Давай тройничок. У тебя такой фотки точно не было никогда. Жарко? А ты как это? Тебя он теперь все время будет спрашивать. Блин, вот ты высокий, братан. А я даже визор не почистил. Слышишь, я фоткаюсь с каким-то говном. И ты тоже. Сань, держи. У тебя еще нету. Вот урод. Что нам говорят, надо добраться, короче, как можно раньше, типа, чтобы на серпантинах в ночь не попасть, иначе будет жопа. Не получится там подгадать как-то, блядь. Вы попадете, так попадете. Ну что делать? Ну что, сложно ехать там по серпантину? Машин меньше. Mm. Я, во-первых, я так сразу объясню, я новичок, потому что я больше по прямой. А тут я первый раз на этот серпантин, блядь. И перестал быть новичком. Да, ну вот там километров 150 я проехал, я уже начал там, понял, как это, блядь, понимать уже, как это, блядь. Вот это, всех новичков, кстати. Да, 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 да. Но не каждый, выживет. Я всем советую, если подучиться, что-то это, блядь, надо на дальняк сразу ехать. Потому что здесь по городу, ну, стрельнул ты там что-то. Ну не то, да, да. Согласен. Такая рубрика больше всего нравится. Вообще-то видосики. А, не все видосики? Да, все у тебя классные. А, я думал, ты сказал, не все смотрел. А вы кричите, когда фоткаете, а то, может, у меня лицо не выйдет. Давай на счет три. Пушка, ракета, гонка. Раз, два, три. Пушка, ракета, гонка! Спасибо, вы самые крутые вообще, просто. Спасибо. А? Будет дожди. Да, там дожди. Ну, это будет трэш-контент, короче, как мы будем добираться. А в Сочи будет жестко вообще, на самом деле. Все, спасибо всем, реально. Саня, давай. Опа. Спасибо за прием. Удачи вам на дороге. Спасибо. Спасибо. Я думаю, идеально впишется на твой байк. Как тебе дизайн? Дизайн на самом деле охуенный. Так. А что он без меня поехал? На лям подписчиков. Будет просто нереальная движуха. Будет такая вечеринка, блядь, никто такую не делал. Я тебе отвечаю. Приезжайте. Всех приглашаю. Все, ребят, всем спасибо еще раз. Все, пока. Пока, покеда. Ну так вот встретились с подписчиками, просто красавцы, ребята. Спасибо каждому, кто пришел. Очень приятно, очень. Ребята, у меня здесь отлетел вот этот болтик, и в итоге вся лапка переключения передач просто провалилась. Ребята вот воронежские привезли меня в автосервис, показали, где что, как, подчинили. Спасибо вам большое, красавцы. Ну а мы едем дальше.
Братва нас проводила до платника. Ну хорошо, что не на ходу. Но трафик жесткий в городе, честно говоря. Я охренел. И вот идет две полосы. Ну, здесь две полосы, здесь две полосы. Машин до хера, слева, справа все едут, движуха. Один светофор стоит. Все привыкли, что они едут прямо просто. Долго и прямо. Да, да, нет левых поворотов, вот этого вот всего. А здесь прямо я так немножко даже нервничал, честно говоря. Да, на обратном пути залетайте, давайте. Давайте. Рад был видеться, познакомиться. Аккуратно. Будьте аккуратны тоже. Давай, рад был. Будьте аккуратны, летуны. Хотя мы еще тоже те, блин, мистер аккуратности.